Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. В этом обзоре я расскажу про смарт-ТВ-приставку Rombico Smart Stick Quad V201. Нажмите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Для поддержки канала важны ваши лайки и комментарии, поэтому после просмотра предлагаю вам поделиться мнением. Устройство небольшое, в торец вмонтированы два интерфейсных USB-порта. Один полноразмерный, необходимый для подключения периферийных средств управления, клавиатура, мышь или адаптер беспроводной клавиатуры и мыши. Второй порт USB выполнен в формате микро, он используется для подключения внешних USB-накопителей, жестких дисков, картоводов и прочего. На боковой стороне корпуса, противоположной от антенны Wi-Fi, находится еще один порт micro-USB, который обеспечивает питание приставки. Рядом с ним слот для карты памяти формата microSD. Ближе к HDMI коннектору расположена кнопка, обозначенная буквами FN, которая потребуется при обновлении прошивки аппарата. Нужно отметить наличие внешней поворотной антенны Wi-Fi, а также присутствие вентиляционных отверстий по всей площади корпуса. В комплекте с устройством имеется короткий USB кабель, сетевой адаптер питания и полное руководство пользователя на русском языке. Миниатюрная приставка к телевизору, превращающая его в многофункциональный мультимедийный центр. Она легко подключается, обеспечивает беспроводной доступ в интернет посредством Wi-Fi и дает возможность смотреть фильмы с разрешением до 4K HDR Ultra HD. Приставка способна воспроизводить видео в формате Ultra HD 4K при условии, что телевизор, к которому она подключена, также поддерживает этот формат. Гаджет, работающий под управлением OS Android 7.1.2, позволяет устанавливать программы и игры из магазина Google Play Market, Яндекс Тор или с помощью загруженных APK файлов. У вас будет возможность пользоваться ими на большом экране. Просматривайте и редактируйте файлы из различных хранилищ. Поддерживается Dropbox, Google Drive, OneDrive, Яндекс Диск и другие сервисы. Благодаря устройству вы можете знакомиться с классикой и новинками кинематографа или свежими эпизодами сериалов на YouTube или в популярных онлайн-кинотеатрах, таких как Netflix, Амедиатека, Иви, Мегаго, Тивизавр и многих других. Подключите устройство к интернет. Множество ТВ и радиоканалов доступны без антенны в отличном качестве. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Тормознутый и глюченный. Может временно начать пропадать изображение. Работает нестабильно. Постоянно отключается от сети. Теперь перейдем к положительным. Размер и всеядность. Полноценная замена медиаприставки с полным набором функций. Функциональность расширенная. Конструкция сделана так, чтобы быть и компактным, и в то же время функциональным. Сигнал стабильный. Это практически полноценный плеер. Есть возможность управлять менеджером закачек с интернета по протоколу HTTP. Сильный процессор, объем оперативной памяти достаточный. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».